Привет всем! Вы на канале Позитивный огород, и сегодня приступаю к посеву перцев и баклажанов. Все семена у меня заранее распределены вот по таким мешочкам. На каждый мешочек надета скрепка, и скрепка соответствующего цвета закреплена на упаковке с семенами, чтобы потом было удобно различить, где какой сорт перцев и баклажанов здесь у меня замачивается. Также мы вот эти все мешочки должны пропитать перекисью водорода 3%, и в таком состоянии их оставить где-то на 20-30 минут. То есть мы просто пропитываем вот эту ткань, чтобы она была влажная. То есть не нужно как-то заливать сильно, а именно пропитываем ткань и оставляем на 20 или 30 минут. Вот таким образом просто сверху промачиваем нашу ткань, и семена у нас будут постепенно вот в этом растворе перекиси, она их будет стимулировать именно к более скорейшему прорастанию. Итак, замочили наши семена. Совсем небольшое количество вот перекиси водорода плавает на дне емкости. И что касается грунта, то грунт у меня по составу — это 60% земля со своего приусадебного участка, 20% это торф и 20% это кокосовый субстрат. Ну и, конечно же, немного вермикулита, дабы как бы сделать наш грунт еще более легким. Ну и после того, как наши семена пробудут именно в этом растворе перекиси водорода необходимое время, можно уже сразу же приступать к их посеву. Но всем тем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости, и пока-пока, до новых встреч!